Здорово, под песотом. 24 декабря. День воинской славы России, день взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками, 1790 год. Черный хлеб, оливье. Оливье перетертое. Давайте жрать. Две недели назад ел оливье и опять хочу оливье. Ням-ням. Да. Вот это ням-ням. Время 9 часов утра. Селёдочница оливье. Вот перетертый, например. Кто-то его не ел, например, ни разу. И говорит, как каша. Можем, конечно, как каша, но для беззубых и ленивых людей вообще самое то. Единственное, в него не варик тереть огурцы соленые. Они не трутся просто. Они забивают эту терку. Картоха. Картоха и морковь идеально. Ну и яйца, да? Получается, сюда надо в любом случае луковицу самому. И... А, да, и соленые маринованные огурцы. Что за жизнь без оливье? Очень удобно, когда встаешь. А у тебя в холодильнике оливье. Да и не на раз, а минимум на 2 дня. Да-да. Что-то прям быстро. А видите, его же жевать не надо. Жую только хлеб. Что за жизнь без оливье?
такая красивая с цветочками селедочница. В прошлый раз была другая селедочница. 2 недели назад я уже ел оливью. Перетертую. Все. Общество чистых тарелок. Кушайте оливье.